Привет! Хорошего дня, нового всем. Итак, смотри, это будет ответик подписчику, да, который писал комментарий. Надо понижать ЕЦ, блок кальция случился, фосфора. Да, я, возможно, с тобой согласен, что у нас при высоких температурах случается дисбаланс, какой-то блок случается, растения что-то едят, а может они вообще просто прекращают есть и пить. Да, есть такое согласие. Тем более, смотрю, меня окружающее, меня не остужается вот это вот пространство. Ничего, скажем так, оно у меня все привязано к температурному режиму. Если солнце высоко становится, то здесь внутри температура становится порядка 40, где-то 43, 5, может даже 54 градуса тепла, когда была сильная жара. Но сейчас, конечно, уже август, и погода идет на спад более-менее. Так что, смотри, я к чему. То, что да, возможно, тут случился какой-то дисбаланс сильный, конечно, бесспорно, но смотри, пасынки растут довольно-таки хорошо. Столб какой-то, вот он такой, не, как сухой, вот этот, походу, все, верняковый жмур, вот столб у него как высох полностью. Это я к чему, да, я с тобой согласен, блок случается, но остужать эту систему... Смотри, тут почти 5000 литров воды. Как можно остужать баклажкой со льда 5-литрового? Не? Максимум, что тут надо, а точнее минимум, что надо туда ставить чиллер. Но я пока его не буду ставить, я не хочу его ставить. Но опять же, мне тогда к тебе один вопрос. Один маленький вопрос. Почему тогда, если да, ты так уверен, что это случился баланс, дисбаланс и так далее, и ты так уверенно прешь? Окей, да, тут случился дисбаланс, а почему на вот этих растениях не случился дисбаланс? Почему на вот тех вот растишках не случился дисбаланс? И тут вообще резерв воды 32 литра, а тут 20 литров. А живого резерва там 15 литров воды. Как думаешь, можешь на это ответить или нет? Или просто так будет пальцем в небо тыкать, там случился блок. Короче, как-то вот так, то, что я хотел тебе сказать. Ну, а так, в принципе... Друзья, всем вам классного дня, хорошего урожайчика, до новых встреч, изучайте методы гидропоники, это легко и просто. Бам-бам!